Приветствую всех подписчиков, а также зрителей моего канала. В сегодняшнем видеоролике буду делать разделочную доску из ореха. Это грецкий орех. Перед тем, как пилить, обязательно проверить детектором металла. Пилить буду, это вот у меня пила Штурм. Предрекали ей завистники быструю смерть, но этого не произошло. Пока все работает, и она меня только радует. Сейчас я остальные заготовки также стругану, сделаю базовый угол 90°, и дальше переходим на циркулярную пилу. Напомню, что круглопильный станок у меня GIB25120C, максимальный пропил с 255 диском 80 мм. Пилить заготовки буду шириной 35 мм. Вот эта деревяшка практически тут 75 мм. Ну, сейчас посмотрим, справляется станок или как. Ну, я думаю, все видели. Да. Станочек хорошо справляется. Да. Сейчас остальные заготовки напилю, проверю влажность, и тогда буду строгать, рисмусовать, пилить и склеивать. Такая фигня. После склейки щиты теперь можно отстрогать и отрисмусовать. То, что они разной ширины, ничего страшного, ведь их придется как минимум еще 3 раза распилить и 3 раза склеить, и лишь затем будет окончательная такая торцевая распиловочка, и склеивать будем уже по торцам. В этот раз защиту ножевого вала не использую, так как щиты широкие, громоздкие, и защита в этом случае порой даже мешает. Если кто не помнит, либо не в курсе, станок у меня комбинированный, здесь сразу и фуганок, и рейсмус. В рейсмус превращается у меня станок буквально тут в 2 движения. Ну и столик только надо поднять на необходимую высоту. Ну и включить валы подачи. Вот этот рычажок. Yeah.
Видите, ступеньки нет на этом станке. Как-нибудь расскажу, почему это происходит. Ну, у меня там есть много вопросов про этот станок. Все их соберу прям в кучку. Да, и сниму отдельное видео. Далее, как и собирался, все щиты нужно распилить теперь на одинаковые брусочки и еще раз склеить. Пилить буду на циркулярке. Кто не видел, как я делаю нулевой вкладыш для циркулярки, ну, посмотрите. Как я уже показывал в одном из видеороликов. Положил просто вот сверху на стол лист ДСП ламинированного. Многие бруски пилят на ленточной пиле, но вот смотрите, благодаря тому, что я перепилю вот через такой самодельный вкладыш, ну, сделанный причем на скорую руку, этот сколов у меня практически нигде нет. Кто-то говорит, что пильный диск больше как бы деревяшки в отходы пускает, но у меня пильный диск здесь тонкий. Поэтому, ну, я не думаю, что тут получится много отходов. Далее. Сейчас попилю все щиты вот так. Склею их по новой. Опять их отстрогаю, пропущу через рейсмус. Потом попилю на более узкие делянки. Опять их склею, опять отстрогаю. Ну, короче, вот эту операцию нужно будет повторить 3 раза, и только после этого я включу в следующий раз уже видеокамеру и покажу, как дальше буду доску склеивать. Прошло пару дней, за это время каждый щит, как и собирался, распилил, каждую деляночку перевернул на 90 градусов, опять в хаотичном порядке их склеивал, ну, беря делянки от одного, от третьего, от четвертого, от пятого, опять от первого, от третьего щита. Опять их склеивал в щиты. Строгал, рейсмусовал. Опять пилил, опять клеил. И вот смотрите. В итоге мне получилось добиться вот такого хаотичного рисунка. Они практически все смотрятся приблизительно одинаково, но каждая по-своему имеет разный рисунок. Теперь осталось мне сделать последнюю склейку. То есть попилить эти заготовки теперь по торцам, по 42 мм. Опять их перевернуть по 90 градусов, чтобы это была торцевая доска. И опять склеить. Пилить буду все на циркулярке. Опять напиливать буду через импровизированный нулевой вкладыш. Это очень легко сделать. Надо просто включить станок и приподнять пильный диск над листом ДСП. Ну, и теперь можно пилить. Итог распиловки, вот 4 кучки заготовок, из которых теперь можно складывать доску с хаотичным рисунком. Ну, то есть, из каждой кучки по очереди берем один брусочек и раскладываем их
После окончательной склейки получилось две доски. Края еще вот не обрезал. Фрезером уже предварительно выровнял. Дальше будем шлифовать. Но шлифовать буду на своем новом шлифовальном барабанном станке JB21106. У этого станка нет штатных расширителей стола, но, как видите, я обхожусь и без них. Наждачка у меня там стоит P100. Вообще все четко. Конечно, остаются вот риски по длине, но это принцип работы такого станка. Далее все еще выровняю эксцентриковой машинкой. Начну со 120, 150, 180, 240. И на 240, пожалуй, уже остановлюсь. После того, как доски отшлифовал еще эксцентриковой машинкой, смотрите, сделал здесь удобные места для того, чтобы ручками брать. Фасочки здесь снял. Мне кажется, так доска красивее смотрится. Клеймо поставил. Кто-то говорит, что клеймо. Ты что ставишь клеймо? Кто ты такой? Блин, ну не знаю. Мне, например, на свои изделия клеймо поставить не стыдно. Не было еще ни одного возврата. Ну и далее. Покрываем теперь маслом. На большинство изделий сразу наношу вот масло для столешниц. Второй дом Мартьянов. Но в применении к торцевой разделочной доске правильнее нанести сначала лазурь того же производителя. В чем разница? В лазуре то же самое масло, что и здесь, только в масле для столешниц много еще добавлено воска. Этот же состав более жидкий. А раз он более жидкий, значит, и лучше проникает в глубину деревяшки. Держать лазурь на доске, на изделии, надо где-то около часа. Ну и так как лазурь проникает глубже в деревяшку, значит, ее и расход больше. Вот видите, вроде налил масло, а оно уже все впиталось. Поэтому тут не жадничаем. Льем столько, сколько ее деревяшка сама попросит. После того, как лазурь протер, вот так доска смотрится. По-моему, в ней все прекрасно, и размер, и цвет. Послезавтра обработаю вторым слоем. Это будет масло для столешниц. Ссылки на лазурь, используемую в данном видео, будут под видеороликом в описании. Там же найдете промокод на скидку 10% на всю продукцию торгового дома Мартьянов. После второго слоя цвет уже у доски не поменяется, поэтому показывать это дальше уже не вижу смысла. Больше фотографий разделочных досок и всяких там деревяшек, которые я делаю на заказ и просто на продажу, ищите, переходя по ссылке в описании. Там плейлист, где есть и фотки, и размеры, и цены. Ну а на этом видео, думаю, можно заканчивать. Всем, кому доска понравилась, пальчик вверх. Подписываемся на канал, оставляем комментарии. А я ненадолго с вами прощаюсь. Всем пока!